Привет, зрители и подписчики моего канала. Я сейчас собираюсь на дойку, на контрольную дойку. Хочу подоить в отдельную кружку козу Ла-Манчо, которая родила у меня 2 года. А кот был непростой, отделяли послед вручную. Естественно, молока 5 литров с нее никто не ждет. До конца она еще не восстановилась. Но мне очень любопытно, сколько она дает молока. Конечно, я примерно знаю, когда я доила всех в одно ведро, я видела, но хочется знать точный результат. Кому интересно, сколько даст моя малышка, то пойдемте со мной, подоим. Вот такое у нас вымечка. Сосочки маленькие, совсем неудобные, пока не исправляется эта ситуация. Ну что, приступим к дойке? Доили мы нашу малышку Ла-Манчушку в кружке около 800 грамм молока без пены. Это вечерний наш удой. Еще хочу подоить ее утром. Утром она должна дать побольше молока. Всем доброе утро. Сейчас у нас будет контрольная дойка утрешняя. Правда, на несколько часов она будет позже, чем обычно. Потому что я была в пути и не могла приехать раньше и подоить вовремя коз. Ну что, поехали? У меня в комментариях спрашивают, какой крем я использую при дойке. Обычно использую вот такой крем. Но когда его нет, покупаю и другие крема. Не принципиально. Главное, только не вазелин. Как-то я купила ветеринарный вазелин, очень не понравилось. А вообще все подряд использую, которые есть в магазине. Пеночка села, присматриваемся к кружке. Тут больше литра. В принципе, я довольна результатом. Утро-вечер получилось 1,7 литра. Ну, пусть 200 грамм мы откинем, потому что дойка была позже положенного времени, 1,5 литра. С учетом того, что коза рожала 2 года, а кот был сложный, как я уже говорила. Сама она маленькая. Сегодня у нас 2 недели после окота, и она будет еще прибавлять молочко. Меня результат радует. Напишите свое мнение, если вы считаете, что это не так, что нечему радоваться. Буду смотреть, наблюдать дальше, сколько молочка Эля будет давать, сколько прибавлять. В принципе, для такой козы, как Эля, с учетом возраста и всех остальных параметров, меня вполне устроит 2 литра. Вкусного жирного молока при длительной лактации. Очень бы хотелось, чтобы лактация была у нее не как у нубийских коз. У нас сегодня полный дурдом.
что приехали новенькие, носятся, кто орет, кто не орет, знакомятся. Про новеньких я сниму отдельное видео, расскажу, кто приехал, какие проценты, откуда приехал, естественно, по какой цене. Почему-то людей всегда волнует этот вопрос. Ну, хотя, почему волнует? Потому что, может быть, кто-то приценивается, хочет тоже приобрести себе такую породу. Повторюсь еще раз, кто не видел прошлое видео, малыши породы Камори. Поэтому, кому интересна эта порода, можем с вами поболтать, обсудить все это в комментариях. У меня эта порода не так давно, мне самой очень интересно знать про нее. Информации в интернете крайне мало, поэтому давайте делиться опытом. Спасибо всем, кто смотрел видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего вам доброго, пока-пока!